Так, итак, сегодня у нас очередное видео. Это программа «Галерея» для просмотра изображения и видео на вашем Android-смартфоне. Называется она QuickPic. Программа давно развивается и завоевала очень высокий рейтинг у Android-пользователей. После запуска мы видим вот такой вот скрин. Здесь у меня конкретно камера, Viber, картинки, все ваши изображения здесь будут отображаться. Перейдем в настройки, посмотрим, у нас здесь можно поменять темку, куча всяких цветов. Это все можно выбрать. Можно выбрать опцию автозатемнения, можно выбрать опцию отображать видеофайлы вашей галереи. Так, по навигации здесь тоже достаточно плотно все. Боковая прокрутка, весь экран, обрезка миниатюр. В общем, все тонко. Ориентация экрана можно настроить по датчику, как в системе. Яркость 100%, зумирование, шахматный фон. Так. По безопасности у нас защита графическим ключом либо пин-кодом. Так, режим слайд-шоу, у нас анимация. Можно выбрать интервал на времени в секундах, случайный порядок, сдвиг, увеличение. Кэш, само собой, программа версии 4.5.2. Так, что еще интересного? Есть опция Wi-Fi обмен. Это реально работает. Протестировал на своем аппарате. Устройство, на которое я передавал картинки, был Huawei Honor 3S, 3C. Прекрасно все работает, без проблем. К слову, устройство должно будет находиться в одной сети. Так. Архивация у нас есть. Можно выбрать видеофайлы, кстати. Архивация по хранилищам. То есть все известные практически хранилища здесь присутствуют. Так, есть еще такая опция, как добавить можно фотохостинги Flickr, Picasa, также облачные хранилища для работы с ними. Ну и в целом, наверное, все. Можно скрытые файлы посмотреть, они, кстати, видны здесь будут. Можно вид поменять, то есть галерея, сетка. Так, сортировочку можно проставить по имени, по дате. В общем, программа. А, кстати, есть сервис 500px. Вот можно посмотреть картинки, которые здесь есть. Можно их установить на в качестве обоев, то есть копировать и так далее, просмотреть видение о самом фото. В общем, все так жирненько, классненько. Напоминаю, программа давно развивается и, думаю, это одна из лучших, если не самая лучшая галерея для Android. Поэтому пользуемся, качаем. Всем пока-пока.